После голосования глава государства ответил на вопросы журналистов о январских событиях. Касым-Жомарт Токаев рассказал, что расследование ведется очень детально. Материалы публикуются Генпрокуратурой для прозрачности. Президент еще раз отметил, что в январе была террористическая атака, направленная на подрыв государственного строя. Операция носила четко спланированный характер, и ею руководили профессионалы. Токаев еще раз уточнил насчет цифры в 20 тысяч человек, якобы принимавших участие в беспорядках. Эти данные, по словам главы государства, представлены были бывшими руководителями правоохранительных органов по всей стране. Всего по итогам расследования январских событий возбудили 5500 уголовных дел, и 500 из них уже поступили в суды. Я бы хотел обратить внимание, что лишь 23 человека приговорили к реальным срокам. Это говорит о том, что мы очень тщательно подходим к расследованию этого трагического случая. Мы уверены в том, что повторения трагического января в нашей стране не будет. И залог этому – сегодняшний референдум. Мы соответствующие уроки извлекли.